Накануне в Лондоне прошла премьера фильма «Хичкок» режиссера Саши Джерваси, дебютанта в игровом кино. Лента является экранизацией книги Стивена Ребелло «Альфред Хичкок и создание Психо». Известно, когда король ужасов решил снимать будущий шедевр, ни одна киностудия не захотела заниматься этим проектом. И в результате Хичкоку пришлось самому искать финансирование. Разумеется, потом они кусали себе локти, поскольку фильм стал одним из самых успешных в карьере Хичкока и вошел в историю кинематографа. Его бюджет составил 807 тысяч долларов, а общая прибыль — 32 миллиона. Почему надо ждать полфильма? Убей ее на минуте 30. Ух ты! Почему вы позволяете ему снимать такую безвкусицу? Не переживай ты так, дорогая, это всего лишь кровавое кино. В центре сюжета картины Хичкок — взаимоотношения известного режиссера и сценариста с женщинами, которые его окружали во время создания «Психо». Актрису Дженнет Ли, чей душераздирающий крик стал одним из главных символов творчества Хичкока, а затем и кинематографическим олицетворением страха и ужаса, сыграла Скарлетт Йоханссон. Самого же знаменитого режиссера играет Энтони Хопкинс, а его жену-монтажера Альму Ривел — Хелен Миррен. Я помню этот фильм «Психо», помню, что посмотрела его спустя огромное количество времени после того, как он вышел. Но я отчетливо помню слова моего отца, когда он увидел его впервые. Он сказал: «Это тот фильм, который должен посмотреть каждый. Это шедевр». И он начал его рассказывать и описал его настолько эмоционально, что мне показалось, что я смотрела его сама. Это было великолепно. Для того, чтобы сыграть великого режиссера, мне пришлось изучать множество литературы, написанной о нем, прослушать сотни интервью с его участием, тренировать свой голос, потому что его голос узнаваем. Но оно того стоило. Выход фильма о великом режиссере приурочен к 50-летнему юбилею творения Хичкока.